Свадьба в Индии — это многодневный процесс. И начинается он с церемонии обмена кольцами. Мы с командой едем собирать невесту и трех женщин из семьи. Сейчас, может быть, кто-то поднял бровь, что ты не можешь накрасить четырех человек сама. Мой ответ — не могу, потому что в моем бизнесе есть определенная структура и позиционирование. У меня нет цели хвататься за невыгодные предложения. Существует определенный прайс и условия работы, где я выбираю своего клиента. Я не вижу смысла делать то, что мне не нравится, поэтому я с легкостью делегирую задания своей команде. Наши образы — это не только макияж. Мы делаем прически и помогаем с украшениями и одеждой. В Индии очень тяжелые наряды, поэтому нужна сноровка. Мы помогаем закрепить дупаты, а если у вас сари, то мы драпируем сари, и все это занимает время. Работа с невестами в 4 руки в среднем занимает 3-4 часа. Я работаю с основным клиентом. Мой свадебный макияж занимает 1-1.5 часа, но это не значит, что я ухожу. Я продолжаю контролировать работу своей команды, слежу за качеством услуг и сервиса. Наша главная задача – это создать благоприятную обстановку, чтобы клиент не стрессовал и наслаждался процессом. Поверьте, вайб индийских свадеб очень заразителен, и я обожаю сборы, когда кругом красота, все веселятся, делают друг другу комплименты, все в предвкушении праздника. Вернемся к моей невесте. До дня события мы с ней провели 3-часовую пробную сессию, где примерили 3 разных образа. Она совершенно не фанат макияжа, маленькие стрелочки, бальзам для губ – это ее максимум. Запрос был на soft glam, натуральную кожу, нежный макияж глаз, гармоничный образ в сочетании с ее лихенгой. Как думаете, мне удалось попасть в сердечко? Она была безумно рада своему образу, и это читается по ее улыбкам. Женщины семьи не прекращали благодарить нас за проделанную работу, и мы успели собрать еще 2 девушек, потому что нереально остаться равнодушным в такой атмосфере. Как вам видео? Делитесь впечатлениями и оставляйте ваши вопросы.